Обезьяний лес. Наверное, самой главной достопримечательностью Индонезии является обезьяний лес, который местные жители почитают священным. Говорят, что обезьяны – воплощение мифических воинов, царя обезьян Ханумана, поэтому эти милые существа неприкосновенны. Из путеводителя. Куда бы ни завел прогресс, а все глядишь одно и то же – священный обезьяний лес и дикие во власти рожи. И если сходит благодать без объяснений, без причины, увы, им это не понять на поприще до дня кончины. И самый пакостный самец, кому всегда дается схватка, тиранит обезьяний лес своей звериной повадкой. Ему не смеет возражать услужливое окружение и даже читься подражать манере наглой поведенья. Но только ни один храбрец не станет на его дороге, покорен обезьяний лес тоскливой внутренней тревоге. Что проку проклинать прогресс, когда глядишь одно и то же священный обезьяний лес и жуткие во власти рожи. За кроной крону могут взять, детеныши дразня мартышку, мать позволяет им играть и прятаться чуть что под мышку. И самый удалой малец круги все круче нарезает, заманчив обезьяний лес, но выше ласточка летает. А там уже рукой подать до той заоблачной вершины, откуда сходит благодать. Без объяснений, без причины. Педикюр. Все, побежала нахуй, все. Thank you.